Всем здорово, с вами Тёмыч, канал Slam Jam Play. Продолжаем The Way Out. Погнали, так, пронести ключ в камеру. Да. Значит, ключ надо добыть. Ключ, наверное, вот здесь лежит, вот он. Да? I can't stand leaving a loose nail like this. Торчащий гвоздь. Hey. Hey. Я должен забить гвоздь. What do you want? Пойду по труда. What do I want? Yeah. What do you want? Да, я не могу остановиться. Все, злость не на охранников, а этим самым молодцом. I just have a quick question for you. What day is it? Да тоже, блин, какой сегодня Monday? Ну, вопрос спрашиваю. Date. I need to know the date. А, вот, я нашел. Fucking fine, no, man. He lose track of that shit here. Типа, куда, типа, класть это время? А, вот гаечный ключ. Где? Сейчас я прохожу. У меня гаечный ключ написано. Эй! Hey. А, так вон он, гаечный ключ. What do you want? На столе, блин. What do I want? Тебе базаром надо отвлечь. Yeah. What do you want? Так я отвлекаю базаром. Да, я попилить хочу. I want you to turn down that attitude a little. What attitude? I don't have an attitude. See? А, подожди, go, может, я понял. Come on, man, I'm just trying to do my job here. Дала, походу, и тупо обойти и взять. Вот я отхожу и просто беру. Я тоже делаю. А! That's my wrench. It is? Окей. Okay. И что? А, тебе отвлечь его надо. Иди с ним потрещи. Да, блин, я не могу, я пилю, у меня важное задание. Ладно, все, попилили, хватит. Так. Давай, я жду. Я тут пока, типа, я к станку подойду, типа, я не придирал. А, я куда-то прошел, подожди. Не, туда не ходи. Пронести. Ты ключ не пронесешь, это типа это выход, а стоит металлоискатель, типа, да, чтобы металлические там предметы нельзя было из мастерской вынести. В ту дырку, ну, а я подожди, я рядом с тобой или нет? Где ты? А, вот он ты. Нет, это не я. Да, налево иди. А сейчас направо иди. Нет, вот, обернись. Вот я стою, направо. А, иди. Все. Вот, подходи к чуваку. Все, давай, я бы с ним базарю, а ты бери ключ. Да. Don't I recognize you from somewhere? I don't know. Maybe. You used to work in the laundry. Он такой, Yeah. Он такой не заметил, да, что со стола. Пока мне не интересно разговаривать. Ключ сперли, вали. Так, вот ты нашел эту нычку, я туда ныкаю. Опа. Ага. Так, и что? А мы туда должны будем пробраться ночью, что ли? Ну как нажимать, что-то нет. Или мне надо охранника отвлечь? Палец, честно, палец. Слушай, ну здесь это... Я могу нажать только отмену, и все. Ну, пронести ключ в камеру. Ну нажимай, что сидеть, как говорится, на сиднем. О! Ну, это может быть, типа, не то, и надо как-то... Не отличь охранника, а ты пройдешь... А, ну как ты пройдешь? Там не видно, понимаешь? Вот, там тут не видно. Слушай, а может быть, надо какую-то его положить в какую-то коробку, наверное, может быть, в какой-то предмет. Да какой-то. Вот коробка на столе. Нет, слушай, может быть, мне нужно пройти, а дальше ты отвлечешь этого охранника и пихнешь через решетку мне ключ. Ну попробуй, пройди. А, вот я точно, я передать должен. Вот ты давай, проходи, иди давай, да, точно. Подожди, вот здесь, вот. Да, вот здесь. Вот, а там все. Да, все. Is that a vent behind the bin? Давай. Оп. Давай, ты сейчас сломаешь ее. И что? Ну вот. Вот, ломает. Вот, все, отдал. Все. И задвинуть обратно, да. Не надо задвигать. Ты, главное, обратно не иди, а то у тебя сигналка сработает. А давай проверим, интересно. Не надо, зачем? Да ладно, что будет? Ну, спалят тебя и все. Обратно. А, черт! Hey, what are you up to? Damn. You... Так я же оттуда Don't пришел, это мой ключ, отъебись. Нужно было сказать, положите все вещи и оставьте. А все, ключ у тебя. Пошли еще раз. Это было интересно. Ну а как так, типа, мы же, ну, должны знать, что нас ждет. Неинтересно. Может, мы идем на 100 баллов, а ты портишь статистику. We could use this match. Вот, там у тебя настоящий ремонт. Оп. Да, у меня тут... Ну, может быть, еще разочек попробуй. Ладно, я не... Не надо. А что за дверь?
I saw. High danger, ну-ка. Ой, я проник куда-то. А, здесь надо вывести из строя. А зачем? Что-то я... Там решил тоже по-импульсивно компульсиливать. Я вожу из строя все. А, можно было вот так сделать. Ты видел, что я сделал? Да, вырубить металлодетектор. Да, видишь, два пути есть. Так, подожди, а может я могу еще что-нибудь взять, помимо гаечного? А я могу с гаечным ключом? Да, тоже, смотри. Но он выключился, все. Да. Тупой так, охранник. Ничего не может знает. Еще что-нибудь возьмем? So satisfying. Надо в камеру протащить. А, слушай, мы сейчас же как бы отключили, чтобы... Давай, пошли за мной. Что-то там, мне кажется, уже все. Нет, я к тому, что, может быть, можно что-то еще взять, нет, помимо гаечного ключа? Ну, у нас вроде как только гаечный ключ. Ну, ладно. Мне кажется, электричество в любом случае надо было отключать, потому что где-то еще проходить придется. Вот, видишь, мне вот здесь надо тебе просунуть стопудово. А там у нас проходная. Да-да-да-да-да, такая же проходная, стопудово. Так, ты вниз пошел? Да, или да, куда-то? Вниз, да, 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 давай, я уже там. Я тут пока разведывал. Так. Направо. Вот все, здесь как раз такая же херня. Вот. Да ты туда, тебя сейчас обыскивают. You know the drill. Так, надо, чтобы он не запалил. А он. А-а. Сейчас, если он отвернется. Да, да он и не это самое. Лео! Тут какая лазейка. Все, раз, по башке ему давай, пошли. А, так тут еще один осмотр. И как тут быть? Alright. Ну, сейчас посмотрим. А где ты видишь там осмотр? А, вот. А, не, подожди, здесь, наверное, он открывает просто. Здесь да, меня... да. Эй, гард! Да-да, я же проходил здесь, когда тебя привезли, да, я тут просто, да, бах, и я тут прохожу. У нас ключ лох, ха-ха! Так, вот мы заходим в наш блок. Блок Б. Так. Пусти, я первый. Guards, there's a problem. What is it? Let me show you, come on. А, вот их атака. Ну, они такие лохи, конечно, да. Пойдем, у нас проблема. What's going on? Я такой, да. Оп-оп-оп. Там дерутся, кого-то сейчас убьют. There's a problem downstairs. They're fighting. Let's go. All right, step aside. Step aside. Все, да. Let's go. Лоховня, я пошел. Ты наверх пошел? Я уже в камень. Ой. А что это тут? А сейчас мы отвлекать будем. Какой отвлекать? Это наши камеры. Они уныкали, что тут толкан, нет? Не знаю. А, они просто беседуют. Пусти, разберусь. Во, открыли. Наши. Вот заходим. Впереди, что везде, аж толкнули. Shake down! Up against the bars, inmate! Блин. Did you hear me? I said up against the bars! Может, через угол. А, давай, поднимай, что-то он хочет. О, давай мне, передавай, давай, я сбоку стою, жду, давай. О, давай, да. Давай. Сейчас ты на меня нажимай, и смотрит. Не смотрит, нажимай. Никто не смотрит. Опа, все. Лоховня. А сейчас такая же херня будет со мной, я чую. А, подожди, я могу спрятать. Либо сюда, либо сюда. Либо, а это найдут. Либо в толкан. Толкан говно не полезу. Вот, я сейчас спрячу. Все. Блин, вообще классическая эта история с их терягами. Вот. Я это. Come on! Программу-то смотрел, как они модульные теряги делают. У них реально, да, толчки открываются, и туда можно улезть. То есть... Stay over there. Слушай, охранник похож на шофера лимузина, я не знаю. Не охранник, ни хрена. Ух, ну все, нормально, проверку перенесли. Сейчас, наверное, будет ночь, и мы пойдем уже это. А, нет. О. Hey, baby. Ну вот, good? Я говорил, у него жена там, дети. Это жена, да, но там же было в анкете, жена, дети, пусть все исправит. Я тоже по тебе скучаю. Свиданка. Не, ну классно. Равиоли, пицца, моцарелла. Ладно, давай кап цену посмотрим. Linda, I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry.
I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? You're far up. Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? Phone call, конечно. А, ты тоже пришел, I'd like to make смотри. A phone call, sir. Let's go. Сегодня больше не будет посетить, не ладно. А это его уже беременная жена. Yeah. Carol. Why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please. We've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No. But I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Он просто сел, чтобы его завалить, его, что ли? Hello? Слушай, ну у него в анкете убийства, махинации там, финансовые какие-то, как-то вряд ли, мне кажется. Просто так совпал, наверное. Он понял, что он там. А может, они подделали ему анкету, чтобы ну, он сам подделал. Чтобы его прям для жестких. Ну ладно, что тут дальше? Do you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. Oh. I'm ready. Откуда они знают? Может, там после ключа надо еще что-то, блин. Да я там и говорю. Да сто пудов будет препон какой. Так, ну у нас с ключа, надеюсь, начнется заново. Это все не надо проходить. Слушай, а было бы интересно, если бы заново, кстати. Ключ пройти. Ну там недолго, на самом деле, да. У нас не с ключа, у нас эти... Как? Мы дошли, ключ, и вниз полезли опять. То есть у нас следующий шаг — это ключ. А, ну вообще да. Который с собой. You got the wrench? Yeah, just вот. Don't drop it, okay? Да, да. Are you kidding me? You think I'll do this climb again? Let's hope we don't have to. Прикинь, ключ There's падает, nothing to hope for. Охрана, it ain't happening. Передать. Передаю. Ага. Сначала, да. А, сначала моя, потом твоя, я понял. Еще та, твоя дальняя. Да, да. Не урони. Они какие-то как роботы китайские работают, бля. Что-то как вот эти, как до презентации, бля. Ну, квадрат. И че? А, и всего. И побега не будет. И гром, видишь, как Шушенко, я говорю. Все по Шушенко. Это не гром, это этот. Они I can't believe I'm out of this shithole soon. It's not over until the fat lady sings. Oh, she's gonna sing, trust me. Так. I sure hope so. Ну, теперь... Фига ты там побежал. Ну, я так, чисто проверить. Всё. Паркур где, такой у меня просто. У меня здесь есть какая-то эта тачанка. Так, ну вент камера какая-то. Тачанка. А, вон туда, да. Тащи. Вон там решетка. По типу как в этом The Last of Us.
Тачанка, решетка. Давай, пролезай. Помнишь эту историю? Ну да, да. The Lost. Шум не только. Пацанчик. Как раз гром, гром и не слышно нихера. Гром-то и нет. Да по-моему есть. Они же говорили, плохая погода, это наш шанс. Не смотри, не перни мне. Опа. Опа. Так. Вот, это не гром сейчас был? Эй-я. Опа. И чё? А, высота там чё? Да, гром. Сейчас гром. Вот, гром, гром. А можно спрыгнуть вниз? Слушай, а тут... Так, ныкаться. Да, да, я вижу. Где? Так, надо что-то вот так обойти. Да, давай, давай. Слушай, а это не... Заключенные? Нет. Да давай, не уйди. Потому что это не ремонтная комната. По типу какая-нибудь это. Они нас не спалили нормально. Потому что они нас не спалили, то это понятно. Hey, Leo, get over here. Сейчас в гром надо, в гром. Oh, shit. Damn. We gotta bust this door open. Okay, on three. One, two. Wait. Вот, стопудово. Когда надо будет гром, да. Уметь, да. With the thunder. Раскатом гром. Okay, sure. Давай. Следующий. Бля! Давай, раз. Давай! Betty, okay? Just a couple of more like that. Так. Так! Нам надо одновременно нажать, чтобы... Hey, Ну, гром. Тор! Так! Во, мы одновременно нажали, охуенно. Тупые охранники. Hey, Vincent, yeah. See that tower? Yeah. Так, улица, наконец. That's where we're heading. All right. Нам. Hey, watch out. Shit. Ну, смотри, сколько. Да ты да, дофига их там. Слушай, ну на улицу дождь, они должны свалить. Блин, ну да, один там. Так, устранить, смотри, мы сейчас, он стоит спиной, сейчас мы его... А вот наверх можно пойти. Р2, смотри, что я делаю, смотри. Вижу, устраняешь. Так, все. Так. А стоп, ты сверху стоп. Устраняй. Чем? А я сверху, где он только? Потому что он запалит контору. А где он? Так. А, вон он. Да его тоже можно вообще. Он сказал, что нам нужно на ту башню. Да? Все. Все, я жду, пока он подойдет. Давай. Главное, чтобы там никто охранник не вышел. Да, сейчас я попробую обойти. Так, а я не обойду. Да? Охранник. А он тебя не заметит. Ну ты как бы вот, да, нажимай. И квадрат, да, вот все. Много раз, бля. А! Ну типа как надо было нажимать, чтобы. Все, я понял, я не увидел, да. Да. Давай заново. Не увидели. Ну, ты в God of War еще не играл, там пальцы просто отваливаются в хлам после этой херни. Это вот так еще лайтовенько. Все идет, все. Запалим. Лео, over here. А мне к тебе, наверное, надо, потому что как я спущусь там? Вот. Мне к тебе стопудово. Просто их надо обоих убрать, чтобы они не спалили контору, но как бы... Да, давай, чтобы поднимай. Наверх. Он... Я хотел там подняться, а он тебя зовет, типа, чтобы, ну, с колен как бы... Так, слушай, а нам вот на ту башню надо? Нет? Ну да, она, напомню, нет, не одна.
Какая молния, красиво. Ну да, вот на ту, которая с прожек. Блин, хера тут. Не-не, на ту. А зачем смысл? На ту, наверное. Ну, пойдем. Вон ту. На ту, а там здание. Ну, сейчас там как-нибудь это по парапетику. Его обыскать не надо, потому что нет. Да тут, видишь, лута-то нет особо какого-то. Ну, вообще, да. Только вот так. Это мы здесь это детонируем. Да. Вот сюда, наверное, наверх. Нет? А, ну только если так, по крыше. Все, по крыше, наверное. Да. Разбить окно, а ты прикинь. Ну, то есть, типа, а там что-то было. Come on, man, was that really necessary? А тут директорский кабинет. Дай бухать, где Джек Дэниелс? Вот и здесь, отлично. Может, ты прикинь, у него 100 пудов в чемодане бабки. Глобус можно позырить. В кабинете ничего нет. А я не могу пройти, подвинь жопу. I've never been to Asia. Maybe I'll go there once. Нам дальше на балкон, наверное, нет? Я понял, мало ли, может здесь есть что-то интересное. Да. Вот дверь, можно дверь закрыть. А, это птичка. There you go, buddy. Enjoy your freedom. Нет, она все сюда. Птичку освободили. Я тут как раз птицу освободил. Серьезно, окошко. Так. О, прийти получится, свобода. Так, ну и что? Где? А нету этой. И чё? Фонаря. Ну, значит, не сюда, значит, обратно в окно. Да. Ну, в смысле? Там, значит, надо выходить на эту комнату туда дальше. Да. Вот туда дальше, за мной. Просто как бы тут никого бы не было. Ночь? Поэтому. Какие предположения? Направо, наверное. Ну там две двери. Ну ты подойди, у тебя зажигается? Нет. А, нету. Зажигается, только одна дверь зажигается. Вот да. Охранник стоит. А, лифт ехал. Ехал, да, все. А нам, по идее, наверх надо. Да. Ни хера не наверх. Нет? Лифт вызвать. Давай лифт вызовем. Не можем. Может, не активно попал. Да? Лестничный клетка. Сейчас убирать этих дебилов надо будет. I can't remember. I must be getting old. Yeah. Так, вниз точно не надо. Значит, нам вот сюда. И тут так, чуваки. Стоп, а ты где уже? Я вниз спустился. А, вниз. Ты просто сказал, вниз там не надо, значит, там вот сюда. Не, вниз, я самый-самый вниз спустился. И там чуваки базарили, но куда-то они делись. Все, я понял. Так, иду за тобой. Так. Такой похож на The Last of Us. Конечно, это самое, тоже такие. Да. Только поменьше размером. Ну, а, это 00. Как его? Госпиталь. Мы тут были, госпиталь. Карсон. Right. Ну что, пошли, сейчас проверим. No. Спалит нам, спалит. Нам нужно одновременно к ним подойти и трахнуть их. Давай. Прям одновременно. Они стоят спинами. Ну давай, пошли, вот параллельно подойдем к ним. Сзади. Давай, аккуратнее. Да, давай. О, хватаем квадрат. Красота, просто, блядь, снайперская элита. Просто. Работали. Котики чё? Морские. Ну и погнали в окно. There's the tower. Watch out for the light. Да, тава, вон, иди со света. Так. Так, а что-то это, какие-то опять, может, кто ходит? А, здесь свет, аккуратно. А где свет? От фонаря, прожектор, вот на лестнице. А, вон он крутит, я вижу. Мы да, идем. Да. Здесь, да. Здесь, короче, ну как-то погнали, открыть. Да. Стопудово. Так. Куда, где ты идти? Сейчас он идет. Сейчас. У нас светит. Конечно. Все, пошел. Давай, я следующий, давай, перезгон. Быстрый. Я успел? Да, успел.
Shit. I need to get out of the searchlight. Yeah. Whoa. Ну, в принципе, я уже почти. Конкретно светит. Сейчас я к нему залезу, но его немножечко там это... Он прям, да, стоит аккуратно. Пошевелю. Не спалил. Ну, он там все равно. Ты его спину. Сейчас уберешь. Он один? Да, он один. Иди сюда. О, все. Они запалят, что свет туда-сюда направо-налево не ездит? Скажут, ага. Хороший вопрос. Я думаю, что... А нет. можно посветить, смотри. Посветить можно. Я выключил, зачем я его выключил? А-а-а. Это палево, а не включается обратно. Черт. Ну ладно уже. Я думаю, можно... А, вот здесь, смотри, тут этот. We just need something to slide down with. По этой хрени можно наверх съехать. Да, дип-лайн. Только он не... Он, это, поэтому он... нам и нужен был, похоже. А, мы вдвоем сейчас ремнем с обоих сторон схватимся, стопудово какая-нибудь такая тема будет. Так, ну... Ничего, ни хера. Может, можно как-то попасть... А, с той стороны надо зайти в эту... В квартиру, хотел сказать. И взять какую-то хрень. Зип, он же... Или что? Что вот, что такое? Вешалку. На вешалке поедем. Бери вешалку. Давай. Точно. Если она китайского качества, извините. Ну что-то как-то это прям... Опа! О, щит! Красота просто. Нет, первый готов. А у меня ни хера не включается. Что такое-то? А, вот, все, включился. Давай. Жирный, давай! Не рухнуло. Я так и знал. Нет! Марк, пошли! Василина! Давить надо. Квадрат, а мне вскарабкиваться. Зачем много раз квадрат жать? Давай. Жми, не останавливайся. Давай. Тренируй пальцы. Я ползу, я что? Кто нас запалил? Шум нас запалил. Бегом! Салим! Привет! The shooting arrows! Погнали! Давай! Жмем! Давай, жмем! Go! The fuckers are shooting to kill! Don't stop! Trust me! I've got no intention to stop! Ну, на самом деле, глупо делать, мы бежим в одну сторону, но надо в разные бежать, чтобы... Меньше шансов, что поймают, но... А что, заставка пошла? Дарусь сломал руку. Да просто, блядь. Блин, крутяк вообще. Блин, ну так не говори, что это станет. Да, это типа. Остальное, значит, следующий уровень $100 добавьте. В том-то и дело, что его нету. Вот они вспоминают. I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? Nope. What? I saw it in a comic book once, when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my God. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Here. Ладно, нет, смотри, мы продолжаем. Right. Ух ты! Shit! The chopper? Вертолёт. Yeah. Seems like we really pissed them off. They're using everything they've got. We have to be careful. I'm not going back in. Два. Указать, где я. А ты чё? А ты куда? А чё ты? Мы бежим или чё? А, бежали, я. Я тебя потерял, вам показать, да, я понял. А, ну да.
А, типа, лезем. Немножко у нас тут Лары Крофт добавилось. Типа мы теряться не должны, я понял. Ну да, ну а чё тут, путь-то один, коридорная тема. Ну да, 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 да. Тем более вон всё равно выходишь надо. Прыжок, хлопок. Сейчас каких-нибудь собак еще спустят, блин. Камон. Да, у нас ни оружия, ничего нет. Слушай, ну по крайней мере это интересно, игра-то продолжается, а стереги-то мы сбежали. We gotta watch out. Yeah. Значит, а, вон там. Что сказал Everywhere кто? Там внизу, аккуратно. Ну а что внизу? Давай тогда. А мы где? Куда мы можем? Сюда мы можем? Я так понимаю, надо это стелфить и убирать. Так, тоже они, видишь, надо. Да, да, ну убирать, да. Ну кусты, в кусты он может сныкаться. I don't think they'll see us in the bushes. Вон, обойти его. That was better than expected. Да, да, да. А, вон там второй, второй, второй. Сейчас попробую быстро пробежать. Успел? Я уже не успел. Красота просто. Я убрал. Мастер. Ну-ка, пойдет он сейчас? А заныкался, аккуратнее давай. На этого не нарвись, он прям. Ну, так давай, я давай, как выходи. Раз иду, да, к нему, сзади его. Как-то странно, где они там появились, что они нас опередили уже здесь. Так они на вертолете высадили. А-а-а. Вот это так. А у меня не прыгает, как... Или просто вперед идем? Просто вперед. А ты к ним как-то подошел? Как ты к ним подошел? О, ты его даже с морды на него напал, что ли? Нет. Сейчас этого еще уберу. Давай, я это вижу спереди. О. Блин, а тут еще один, что ли? Да их там много. Ну да. У меня что-то просто темновато, моя часть экрана. Ориентируйся на метки и на фонарик. Так, а что ты, где ты-то? L что? L2? Что-то мне было нажать. L. Я внизу, вниз, вниз, вниз. Вот правильно идет. Да, да, да. Да, да, да. Да. То потерялся я. Раз. А здесь одновременно. Да, одновременно. Да, да. А, стоп. Ну давай, что ты, какого? Лево, право. Сейчас, даже я дойду. Давай. Давай. Так, нет, здесь тупик, подожди. Это как бы, да, через право, вниз и налево. А, а вот у тебя один здесь свой, подожди. Да, да. Иди сюда, вот так, нахуй. Так, твои вон стоят, да, вот я. Вот. Да, и вот он я, здесь справа все. А ты слева, давай, слева, я, слева, я слева. Левого, да. Левого? Давай, да, я правого. Давай. Подходишь? Да, давай, хватай. О, красота просто. Красотина. Слушай, они в Канаде, что ли? Какие-то шапки полицейские странные. Ну, что-то да. Ну, северная часть, потому что леса, видишь, очень. Damn. Так. How many cops are here? Да много там копов. Just keep your head low. Ух ты, правда там много. Ой, don't worry about me. Just keep going. А, он там светит, походу, он сейчас сюда идет, нет? Не-не, ну тут я вот как бы этих обходить на. О, меня почти спалили. Уже палево ушло сейчас. А, здесь... вот здесь ныкаться можно. Так, вот он. Я иду к нему. Ага, а, залезть можно, да? Ну вот, видимо, не везде, но. Можно, так, можно. Там осталось залезть. Двое, но нам мы же можем вниз идти, как бы. Да, попробуем. Да, вот. Как вот спуск. Да, да, все, вот можно слезать. То есть мы тех двоих миновали, получается. Да там не двое, там их штук пятеро. Ну там какая-то тусовка у них, да. Пончики. База высадки. Апача. Так. Наверх. А может тут, мы слушаем. А тут тупичок, да. Ну, ну да, да, вот сюда. А, мы сильно не прием с той стороны. Ну может, да. Мост. Let's cross that bridge. Кросс, да, Шерлок. What? You could have
have said no shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Вон они стоят, да. Надо, короче, вот здесь по сути подняться, мне кажется. Вот правильно сюда. Да, можно самому вот так. Вот они база. А тебе справа надо, Женек. Чтобы взять и этого? Да, потому что они друг напротив друга стоят. Попробуем. Иначе жопа. Тоже одновременно надо попробовать. Р2, да? Да, да, все, я вижу. Ну что, на раз, два, три? Давай. Давай. Раз, два, три. Красота по-американски. Все. Блин, могли бы отнять у них пушки и устроить здесь пальбу. Ну да, ну не, ну это было палено. Хотя бы фонарик взять, не знаю, какой-нибудь, да, было бы интересно. Да. Не, ну так тоже надо. Я понял, нам надо через мост свалить. Bridge is coming up. I hope we can get across. Переберем. Yeah, man, we got this. Все под контролем. Yeah, man. Давай. Оп. Так, а там кто? А, там что? Танк здесь какой-нибудь. Один. О, стоит. Да там вообще гвардия. Она может налево? God damn it. Hey, let's go that way. А, мы сейчас по техническому тоннелю пойдем. О, можно получиться высоко. No, it's way too high. Too risky. Ну да, нам туда не вариант. I say we take that guy out. Крутим этого парня. Take his car. Возьмем машину и переедем через... What are you, crazy? Don't like heights, man, okay? По мосту, под мостом. О, ничего себе, ты прикинь, голосование ну, прям. Ну давай по мосту, потому что нам же нужен экшен. Что нам под мостом там ссаться-то? И тем более, скорее всего, где-то не получится. И, наверное, мы потом второй твой. А, нет, нет, смотри, здесь какая фишка. Один по мосту, другой под мостом. Не, нет, видишь, он предлагает налево или направо. Вот нажми налево. И я налево. Все, по мосту. А. Ну давай, ладно. Ну ты хочешь под мостом, нет, ты мне скажи. По мосту, давай. Там же экшен, на тачке сейчас собьем людей. Классно, чем нам там шить. Ну и так полуровня, плюс там бегаем. Раз, два, три, да то с той стороны тоже. Пошли вот, все, сейчас все быстро. Ликвидирейшн. Берем тачейшн и всех сбиваешь и угонишь. Все, спит. Get into the back seat and try to stay out of the way. Конечно. Все, я прям. Все, я товарищ полицейский. Тормоз, газ. Нельзя отдалить-то? Не, не дави только никого там. Давай, потихонечку. Без этого. Я спрятал. Разгоняться квадрат. Да, пошли, бля! О, что вы знаете, нет? Черт, а! Пидорасы! Put your hands where I can see them. Now. Fuck you, fucking. I got a 1098. Давай ты хочешь попробуй за руль. Слушай, а я так понимаю, мы не проедем. Надо было не газовать, мы просто вышли бы в конце. Там автобус перегораживает. А, ну давай, ладно, так. Он мне просто написал разгоняться. Вот я еду потихонечку. А, все заново. Ты просто разогнался, и они такие, эй, чё-то. Ну да, я думаю, там надо пробивать что-то. Не-не-не, а слушай, а может надо пробивать? Наверное, надо пробивать, только надо машину пробивать. А, вот она уезжает, вот. Да, да. Вот. Сама задела всех. А ты когда бортанул, задела, и они сразу запалили контору. Всё. He's getting closer, man. You better step on it. Чё он там базарит? Ты спрятался? Я спрятался. Who's that? Кто это? Who's in that car, huh? Как? Как же так вести? Turn on your internal. Давай, жми. Налево. Ух, красота. Просто я не вижу ни вчера. Какой? Дайте мне кар. Такой в конце надо было под мостом. Не, ну ты же хотел экшен, вот он экшен. Да, под мостом вот опять. Класс. Так мы вышли, мы идем дальше. Класс, пробили. Ладно, берманы, блин. Fucking dogs! Are you serious? Fucking dogs! Сейчас прыгать будем. Не, ну собаки быстрее.
Oh, trust me, I'm not stopping. Мы еще по разным дорогам бежим. По одной. Ты просто в какой-то момент встал. И все. Ты даже первый меня. Меня посадили. Давай нажимай эту фигню. Черт, твою ж дивизию. Можно управлять. Все, давай, я жду. Нажимай эту фигню. Пиздец, жди. Давай, Том Круз, давай. Красава. Ну тут прям со всех фильмов собрали. Блять, ну. Зассали собаки сами. Ищи так. Уф. Круто. Ну прям да, такой шинок. Шинок. Красиво. Опачки, что это такое? Арабские Эмираты. Мы, наверное, к ним и летим на самолете. Hey, just tell him, this is the deal. You either take it or don't. Got it? Это, наверное, прошлое вспоминает. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. Yes, boss. So you decided? Yes, price down or no deal. Okay, no deal. Oh! Сделки не будет. Прайс, да. Короче, мы идем его шлепнуть. Ну, типа, месть, да, он убил брата. А у этого самого, у твоего-то что, какие к нему претензии-то, интересно? А я за компанию, мы дружбаны. Не, ну у него тоже свои, как бы, к нему. Но ты мне скажешь, что я тебе дам много миллионов, и я соглашусь. Там. А, ну тогда хорошо, погнали. Эх, ляпота-то, Россиюшка-матушка, березоньки. Канада стопудово. Ну, я не знаю, мне кажется, полицейские. Ну, северная. Пишите в комментариях, в какой стране это происходит. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well... I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Всем спасибо, с вами был Тёмыч и Лайтмен. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше будет интереснее.